В Ленске закончилась подготовка к отопительному сезону. Насколько готов город к зиме, расскажем в нашем следующем сюжете. Сегодня в Ленске 5 ресурсоснабжающих организаций, одна из которых – теплоэнергосервис. В ведении организации 8 котельных и 3 теплопункта, которые отапливают практически всю окраину города. Начальник Ленского цеха Вилюйского филиала акционерного общества «Теплоэнергосервис» Александр Шепелев сообщил, что все котельные, находящиеся на балансе предприятия, были запущены в назначенные сроки и сегодня работают в штатном режиме. Выполнен в срок ремонт и подготовительные работы, ревизия теплосилового оборудования, газового оборудования. По тепловым сетям выполнен капитальный ремонт по 4 участкам. Сети подготовлены, тепло подано согласно графику, также 9 числа на потребители, которые предоставили график, акты подготовки и паспорта готовности объектов приема тепла. По традиции первыми тепло получили социальные объекты – школы, детские сады, медицинские учреждения. Затем запуск тепла начался в жилые дома. Но не все дома были подключены к теплу сразу. Те, кто оказался менее ответственным, в основном это касается частного сектора, получили тепло позже, так как вовремя не предоставили необходимые документы. Все ресурсоснабжающие организации, управляющие компании с отчета этой даты работают в едином слаженном режиме. Вовремя и оперативно устранили все возникшие проблемные вопросы. Почему была выбрана дата 9 числа? Да? То есть здесь мы дали определенный задел нашим ресурсникам, чтобы пройти до холодов вот этот вот опасный период, когда начинают вылазить какие-то аварийные ситуации. Где-то, допустим, не выдерживает сеть, где-то там утечка либо в доме, либо в квартире, чтобы тут спокойно у нас в теплое время суток наши управляющие компании смогли быстро отреагировать и устранить, ну, скажем так, определенные, да, аварийные ситуации. Опасный период пройден. Подготовка объектов ЖКХ и энергетического комплекса Ленска к отопительному периоду 2016-2017 годов прошла в плановом режиме и теперь находится под постоянным контролем администрации города. В целом есть уверенность, что предстоящий отопительный сезон в Ленске пройдет так же организованно, как и в прошлом году. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК «Саха», Ленск.